Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы приехали на Серебряный ручей. Уже довольные собственники получают документы. Вот. Наш коттедж уже, в принципе, готов. Нам осталось только покрасить, поставить плинтуса и установить двери. Вот. Но водичку нам еще до сих пор не дали. Вот. Поэтому, к сожалению, пока некоторые вещи, еще ландшафтный дизайн не закончен. Но это все в течение месяца, я думаю, сделается. Так вот, теперь на этой собственности уже документы получены. Мы потихонечку сейчас будем строить баньку. Вот, вместе с котельной, вместе с ростверками, плитами, крышей и так далее. То есть мы теперь будем делать еще и пристроечку. Так что ближайшие обсуждения сейчас намечаются. Сейчас мы встретились с прорабом, с Денисом, вот, который нам помогает. Для тех, кто еще не знает, застройщик здесь очень хороший мой друг, знакомый товарищ. В общем, во всех проявлениях знаем мы уже друг друга с первого приезда моего. То есть, когда мы начинали наше сотрудничество, мы были просто какими-то конями, которые копытили с утра до вечера. Вот сейчас все-таки мы уже стали руководителями, застройщиками. Кто что смог, тот то и сделал. Так что желаю всем развиваться и получать от этого удовольствие. Заниматься строительством, скажу я вам, дело вообще хорошее, интересное и позитивное. Потому что приносить в дом счастье, в котором будут жить люди, будут всегда говорить о том, что какой сделан ремонт, как построен дом. А здесь коттеджи вообще замечательные. Вы тут, если просто посмотреть, вот даже сзади меня, вот чуть-чуть ближе, вот на балкончик, если пройти, вот открывается вообще великолепный вид. Обратите внимание, вот можно просто где-то выйти, пожарить шашлычок, сделать беседочку. То есть, ну, представляете, да, сколько у нас есть возможности заниматься красотой. И, конечно же, ну как это может быть плохо? Нет, это всегда классно. Ну, давайте, у нас уже готовая плитка, у нас уже все уложено, оба санузла готовы. К сожалению, нам надо электричество включить, но мы уже так не будем экспериментировать. Просто пробежимся, сделаем небольшой обзорчик, что наш коттедж уже фактически готов, и надо будет готовить под покрасочку. Давай как раз я быстренько включу телефончик для того, чтобы яркость тут не делается никак. Вот. Делается, но здесь Но просто плохо. серые стены все поглощают. Ну да, вот такой вот у нас лючок. Вот, я его еще даже не открывал. Жалко. Вот так. Вот так у нас гребеночка теплого пола сделана. Я даже не буду пока его закрывать. Вот так запилен у нас красивенько уголочек. Вот, да, мы тут со всех телефонов. Вот это я вам скажу. Очень даже нифига себе. Так. Так, одной рукой это делать сложно. Поэтому, Да, наверное, да, это все большое, тяжелое, поэтому не очень хочу я этим сейчас заниматься. Так, значит, на этом пока закончим. Ну, что же ты? А, выключил все, да? Все, никак я его не освою, аппарат этот. Так, в общем, у нас остались ступеньки. Здесь уже все готово. Нижний санузел тоже готов. Наверное, здесь особо даже нечего рассказывать.
Так что в ближайшее время посмотрите, как мы строим котельную, баньку и все детали. Как мы будем восстанавливать фасад, как мы сделаем кровлю, как мы все это сделаем. И вы тогда поймете, как мы относимся к строительству. Это очень-очень важно. Так что, друзья, давайте я с вами прощаюсь. В общем, всего доброго. Пока-пока.